Все, всем привет! Вы на канале Сурнов, Никита. Это я. Говорит, тут нечего, погнали дальше. У нас там какой-то начинается серьезный файт. О! Блин, я вроде сохранился раньше. А у меня тут все это сохранилось. И тут мы поговорили. Ну, здесь у нас остается только... Карта грузилась, прикиньте. Так, ну здесь я все залутал. Фул. Найс. Нам главное вернуться потом на основную карту в город. И там квесты выполнить. Что здесь? Храм Бухру. Это храм Бухру. На карту добавлено новое место. Храм Бухру. Это еще туда можно зайти. Опа. Я люблю, когда светит солнце, а тут темно. Тише. Нага Кейборос требует уважения. Прости, жрица. Обычно всем нравится громкий голос Браума. Я уже была в этом храме раньше. Лор. Нужно продержаться еще чуть-чуть. Мы должны отбросить этих тварей. Гекарим. Ты всегда такой банальный. Ты храбрая. Я с удовольствием вырву твою душу. Похоже, что всегда. Пока я способна двигаться, ты больше не вырвешь ничьи души. Тьма, изыди. Тьма, изыди. Блин, а вот этим разрабам... История повторяется. Ну ладно, сейчас договорят. Мы заставили туман отступить. Или нет? Или нет? Эти же разрабы могут сделать еще похожую игру на Darksiders Genesis. Только про Люциана и Сену. О, я вспомнил, как их зовут. Фига я умный. Прикиньте, про Люциана и Сену, если сделают... Тоже такую головоломочку видом сверху. Прикольно же. То есть, геймплейно, кстати, это же вот эта часть геймплея, это же по сути как, как Darksider Genesis. Так, отдохнуть и поесть, побеседовать. Так, да, точно надо отдохнуть. А что поесть? Гристое вино. Привозной Эль из Зауна. При получении удара с вероятностью 10% дает на несколько боев щит, поглощающий 40 единиц урона. Следует пить на привале. Ну, го. Го попыт. Лор. Весь лор узнаем. Почему так мало твоих соплеменников, жрица? Разве это не их остров? К сожалению, большинство Бухру очень чтят традиции. Для все Бухру за Бухру. Это город, которым правят пайланги, чужеземцы. Мне Билджвотер кажется городом страстей, а великая Нага Кейборос учит нас понимать свои страсти. Ты в любом случае не прогневаешь ее. В Билджвотере каждый ищет свой путь, движется так, как считает нужным, и в этом я вижу истину. Настоящее зло — это отсутствие движения, искусственное сдерживание жизни. Вот почему я должна прогнать черный туман. Готова защищать и хороших, и плохих? Вердикт выносит мать глубин. Не мне их судить. А ты? Ты за что сражаешься? То за одно, а то за другое. По крайней мере... Пайк! Я вспомнил, как того чела зовут.
Пук. Пук. Так, ну let's go. Илаой наверняка знает, что делать с этой статуей. А. Скидыш. Илаой, а ты... Тихо. Любишь Брауна? Она молится. Блин, а кому по лору досталось силовой? Или был здесь. Кто достал силовой? Что-то пропало. Что-то важное. А-а-а. Под храмом катакомбы. Я должна узнать, что здесь произошло. Тогда мы спустимся вниз. Храм защищает свои секреты от чужаков. Нас ждут трудные испытания. Вы уверены, что хотите пойти? А, может, пойти? Это Ари? Когда мы вместе, нам любое испытание по плечу. Да, пойдем уже. Два упрямца. За вами забавно наблюдать. Найти храм Бухру в Серой Гавани. Ну, тупо изи. Так, ну он вроде небольшой. О, ну да, типа сюдым. Прошел так сюдым. Потом там тудым-сюдым. Сюдым-тудым-тудым. Короче, небольшой. Ступайте осторожно. Ой. Храм принимает только достойных. Только достойных. У Браума, на удивление, легкий шаг. А, похоже, нам крышка. Ну, это капец. Так, ну... А, ну вот ловушка, да. Вижу! О, сюда. Нагопоклонники. Часть первая из шести. Стопка смятых записок на наксианском языке. Весус. Собрание нагопоклонников. Состоится на вторую луну. Никому не говори. Джао. Джао. Я не понимаю, зачем скрывать это от остальных. Нагокейборас не одобряет тайных желаний. Весус. Весус. Если Нагогейборос предоставляет множество путей, от чего не выбрать самый короткий. Хичалун тоже придет. Она ведь жрица. Приходи на собрание и послушай, Джал. Запись добавлена в журнал. Так, а че, кстати, журнал? Смотреть награды. 50 очков. Вот это что? Флян Зайн, который поможет раскрыть потенциал Элоэ. Дает Элоэ один рунный осколок. А, рунный осколок. Это вот эти штуки, да? То есть у меня за нее должно быть два, по идее, нет? Так. Увеличивает силу поглощенных... Поглощающих урон щитов. Когда Браун наносит критический урон, он получает щит, поглощающий 126 единиц. Увеличивает силу атаки. Увеличивает шанс критического удара для первого действия. Блин, ну я хочу его в танк. Или все-таки Илаой хочу в танк. А Илаой я что взял? С щупальцем. Блин, а... Ну, наверное, Браун в танк. А, давай. У меня же тут нет этого фолианта. А, вот он. Ну, найс. А, ну я могу и сюда пойти. А, могу и так вообще качаться. Мастерство, хранитель, жрица матери глубин. А выносливость на что влияет? Усиливает вампиризм. Сила исцеления. Блин, у нее хорошие исцелялки. А, пусть будет так. Дук. Так, фу, мы все фул. What the full guys. Так, вот вижу шипы. Beautiful guys. Да бля!
Ну как тебя забрать? С какой тебе стороны подойти? Beautiful guys. Всех коцает. А, бля, это очищение. Сейчас бы она всрал бы сейчас это все. Малое групповое зелье здоровья. Ничего, одно было? Трэш. Хилок нет. Так, что у нас тут? Так, записочка. Кузница какая-то. Там как будто еще вниз у нас показывает. Или это так просто? Записку возьмем. Так, вторая часть, ура. Джал, ты спрашивал, как ускорить обучение. Интересный вопрос. Полагаю, твое ноксианское происхождение виной тому, что ты ценишь скорость, а не качество. Ученик из народа Бухру знал бы, что на Кагейборос безразлично, как быстро ты растешь в своей вере. Важно лишь расти, расти неустанно, постоянно и преданно. Каждый день ты должен встречаться с новым препятствием. Сегодня тебе нужно забраться на высокое дерево, на западной скале, прыгнуть с него в море и переплыть гавань. Ты можешь не справиться, в таком случае возвращайся на берег. Возможно, ты не справишься и завтра. Тренируйся ежедневно, тренируйся хоть 5 лун на мелководье, пока не наберешься достаточных сил. Но плыви, все время плыви. Должна предупредить тебя о нагах. Я Осуждаю! Я знаю, что они пытаются сбить тебя с пути на Кагейборос. Они восхваляют солнце, но на самом деле покажут тебе лишь его отражение в застоявшейся воде. Попутных течений тебе мой ученик, жрица Камала Баалтани. Так, что ты такое? Похоже, устройство неактивно. На боку вы видите символ Бухро, означающий солнце. Так, ну, понятно. Загадки по... с этими, с лазерами. Ты кто такой? Для использования нужен источник питания. Кто ты такой, чтобы лезть ко мне в душу, грузить хуйнёй, лить говно в уши? Его и так хватает, оно течет рекой. Кто ты? Через канализацию решетку обычный человек не протиснется. Так, сейчас мы тут все проверим. Это камень неактивный, его пробудит солнечные лучи. Сундук. Блядь, что это? На. Удильщик. Ну, реально, удильщик ловкач. Смерть. Смерть, похожая на ветер. Ветер перемен, ветер перемен. Блин, не хочу пока ману тратить. Вообще надо за нее похилиться. Так, давай стальная буря, пару раз ударим. Вау. Ауе. Ты-ак. Ты-ак. Так, надо пару раз вот этим побить. О, найс. Снятие. Не. Я не понимаю, почему провокация не работает. На. Но у вас есть я. К новым победам.
Безжвотерская сабля. О, на тубет. Так, что дает? Новое умение, мастерство при загрузке Лаой. Руна осколок, силы исцеления, исполнение. Понятно. Вау! Не дали посмотреть. Так, и чё? Нам предлагают пора отправить. Вау! Так, снаряжение. Оу, oh, yeah. Ну, по дефолту лучше. Туника, колечки, хуечки. О. О. Точно лучше. Так, все хуже, хуже, хуже. Физ защита, маг защита хуже. Все больше ничего, да? Умение. О, новая пассивка. Мастерство перезагрузки ИСУ, ранг 1, увеличивает критический урон на 5% за каждые 10 единиц перезагрузки из расхода на эту способность. Блять, что? Я не понимаю. Как оно работает? Ну, это пассивка, она как бы висит и висит, да? I don't know. Так, а почему? А, мне нужно 2 уже. О, ну ждем 2. Шанс в 10% получить 20 единиц перезагрузки от любой атаки. То есть, чем больше перезагрузки, перегрузки, тем лучше для него. Путь ветра, путь клинка. Ну мы, короче, в клинок идем. Фул клинок. О, журнал можно получить какой-то. Брау. Ну давай. Брау. Когда Браум наносит критический удар, он получает щит. Сюда. Мне это надо. Нагопоклонники. Надпись тонким почерком. Выцарапанная на костяной рукоять сломанного ножа. Весус, ты говоришь, что не знаешь, что делать? На какие бороз дала тебе жизнь? Живи, Джао. Так, уйти. Ну чё? Ну, видимо, отправляем Порыча. Все, мы тут все залутали. Это вот сюда. Это вот мы можем Порыча отправить. Тут вот джавушка-ловушка. Через канализацию решетку обычный человек не протиснется. Ну так отправь. Я думал, браво, этого Порыча можно отправить. Пурпурыча. Так, это не юзабельно. Тут еще. О, рыбалка. Мама и папа пошли на рыбалку. Ой, ну и... Закину Е. Enough. Я вообще не вижу рыб. Вот в этой воде болотной вообще не видно. Ну, давай сюда ко мне. О! А, кстати, я прошлый сундук не за... Нет, не открывал. Может, там что полезное? Вы видите рыб? Я вообще ни одной не вижу. Болото. Эх, воспоминания из детства. Отличный улов. Ну, такая у нас уже была. У нас на даче был с участком рядом пруд. Он типа какой-то там пожарный пруд, как так это называется. И вот там часто типа ловили рыбу. Ну, там рыба, я не знаю, какая-то хрень водилась. Там вот чисто
Ее никто не ел. Ее так, чисто ради вот этого рыболовного ощущения. Но я никогда рыбу не ловил вообще, в принципе. Вот ни разу не кидал вот удочку. Там что-то стоять, ждать. Такого я никогда не делал. Ох, лягушка. Ice Frog. Это отсылка на Ice Frog. Широко распространенные лягушки, известные своей прыгучестью. Дети часто пытаются поймать их голыми руками. Да. Не, давай что-нибудь хорошее. Что-нибудь полезное. Какая-нибудь гигаретка. Пока я не видел, для чего можно использовать. Ого. Для чего вообще нужна рыба тут? В прошлой игре я точно помню, что мы что-то делали. Какой-то необычный лут мы получали за рыбу. Я помню, что я был лютым перекачем, когда... Какую-то там ультраредкую рыбу наотдавал. Видите, я нет. А вон они. Три штучки осталось. Короче, в этом болоте удовольствие ноль. Ловить. Ну, из всех таких игр, в которых я играл и была рыбалка, наверное, мне больше всего Stardew Valley нравилось. Вот во что я играл? Stardew Valley была, Cult of the Lamb, вот это. Наверное, что-то еще, но я уже не помню. Короче, Stardew Valley мне больше всех нравится. Ну, тут как-то супер казуально. Короче, мега неинтересно. Но я это делаю, чтобы... Если вдруг понадобится прокачаться, и это мне поможет какой-то необычный лут залутать, то потрачу время. Ну, вроде все. Госсундуки открывать. О, лутбокс, да. Я забыл, что у меня они есть. Надеюсь, там будут какие-нибудь шмотки. Так, далее идол синего пламени, который у меня вроде уже был. Трактирный драчун, который у меня тоже есть. У меня получается два идола. Два трактирного. Ну, этот хотя бы крит-удар. Этот просто. Ну, пин-пан-пон, короче, парашка. Лучше бы дали какой-нибудь норма этом. Но бабки, бабки, бабки. Продадим, возьмем что-нибудь получше. Так, что у нас тут? Вообще будем за Браума ломать стены. О, уже третья часть. Подожди, а их... Разве не четыре было? По-моему, четыре. Это должна быть четвертая, нет? Джал задал мне похожий вопрос. Я понимаю твое беспокойство, что ноксианцы... соблазняться словами этого ложного пророка. Нага ничего не знает о нашем боге. Хоть и выглядит как змея, а методы ее трусливы, ее сила хрупка, а желания скрыты. Она не осмеливается предъявить их миру. Как можно доверять такому существу? Я поговорил о происходящем с Хичалун, и она заверила меня, что волноваться не о чем. Ее ответ меня не успокоил. Как и запрет беспокоить Лаой. Я пошлю на Бухру весть об этом лживом пророке и поговорю с Лаой, если удастся. А пока Хичалун приказала мне перестать учить тебя и сосредоточиться на своих исследованиях, попутных течений тебе, мой ученик, жрица Камал Балтани. Очень интересно. Похоже, это устройство не работает. Так, ну ладно. О. Enough.
А как пройти теперь? Что я сделал? Это был прикол? Я думал, это ломать. Моя ломать. Че я вставил? Так, а какой тут секрет-то? Как его активировать? Потом? Что-то не так. Да, словно леденящий шепот на ветру. Эти духи Бухру не обрели покой. Боюсь, здесь пустило корни какое-то зло. Зло. Так. А нужно я сначала тут все полутаю? Ну, по идее, нас как бы и так... Так, вот там была записочка. Многопоклонники. Весус Маркус. Я надеялся повидать тебя перед отъездом, но, увы, когда ты прочитаешь это, я уже покину храм в поисках помощи. Боюсь, Хичаолун отреклась от истинной веры. Влияние Наги здесь сильнее, чем я думала. Уходи из храма, если можешь. Для меня было честью учить тебя, мой ученик. Ты гордость наксианского народа. Я была глупа, когда сомневалась в разумности указа Илаоя обучать иноземцев вроде тебя. Я считала, что вы недостаточно умны, чтобы постичь истину на Кагейборус. Но теперь я вижу, как мудрая вестница. Она несла в себе истину, но именно ты открыла ее мне. Берегись, Наги. Попутных течений тебе, мой ученик. Че, я нихуя не понял. Я вот это все прочитал, я ничего не понял. Ну, сундук. Кольцо Дарана. Да у меня этих колец. Ладно, если бы два кольца можно было бы носить. У меня и тут кольцо Дарана. Да, а тут? И тут кольцо Дарана. О, это лучше. А тут? А тут кольцо Дарана будет? Но оно хуже. Балхипе дает. Так, Нага Кайборос. Там как где-то... О, блин. Вода кажется глубокой, темной и непреодолимой. Ага, надо, значит, слить. Где тут? Ой-ой, павуки. Так, ладно, что нас тут хотят, чтобы мы тыкнули? Пьедестал неактивен, но Илаой чувствует внутри него движение духов. Она явно знает, что с ним нужно делать. Илаой кладет руку на пьедестал и на несколько секунд погружается в медитацию. Воздух вокруг звенит от напряжения. Не только этот зал, но и весь храм оживает, наполняется светом и звуком. Илаой улыбается. Сюда вернулось движение, теперь мы можем перейти к нашим делам. Так, секунду. Алло. Привет. Нет. Да, дом. Ну, да, пока есть. Ну, пока есть, да. Хорошо. Да, да. Вы. Так. Сюда, сюда. Так, Илаой читает символ на пьедестале. Моря влечет с собой луна, а солнце ей идет навстречу. Светил небесных связь прочна, приливы и отливы вечны. Вау. Так, сейчас 2 секунды надо кое-что сделать. Бам-бам-бим-бим. Бам-бам-бим-бим.
Согом. Пьедестал, ожидая действия Лаой. Осмотреть устройство, вложить лунный камень, вложить солнечный камень. Ага. А если мы вернемся назад, что-то изменилось? Что-нибудь заработал? На. Что-то заработало. Мой щит с вами, друзья. Так. Гоу, ешкой попробуем. Блин, он меня коцнуть хочет. Ой, что это? Он меня хочет коцнуть. Да. Не хватает, ну го. Так, ну кстати, псина сейчас может и сдохнуть. А я вот так могу сделать. Враг получил по заслугам. Сейчас мы ферст атаками. Не, фаст атаками. Ну вот. Фаст атаками загасим. Ничего полезного. Ничего полезного, go next. Новое умение, мастерство перегрузки Браума. Закрывает Брауму щитом, который поглощает 8 единиц урон за каждый 10 единиц расходной перегрузки. Не понимаю. Это же пассивка там написано. Так, уйти. Чё, похоже... Устройство неактивно, но на боку вы видите символ бухро, означающий солнце. Угу. Так он все еще не активен. О! О! А, вот солнечная, вот лунная. Ну, let's go. Загадочка. Ну и куда ты? Подожди. Ой, ё-моё. А это что двигает? Бля. Бля. Ну это трэш. Так, подожди. А вот, теперь я могу все крутить. Ага, но не факт, что попадет. Попади! А! Чуть-чуть. Так, ну тут точно надо сначала сделать узор с помощью этих. По-моему, не особо похоже. О! Может быть оно. Ну как так? Как я не люблю вот эти загадки. Вот эти загадки и пятнашки, бля. Так, одну точно идеально вставил. Так, эту тоже идеально вставил. О, найс. Сюда. Вот он, рандом. Осмотреть диск. В этом каменном зале находится диск духовной энергии, созданный народом Бухру. Он излучает тепло и силу. Взять диск. Утекаем. Окей, найс. Как теперь активировать его?
Панель реагирует на солнечный диск и помещение. Oh, yeah. Так, это источник у нас, да? Куда мы теперь должны его как бы это самое активировать? Так, явно не сюда. Скорее всего, куда-то вон туда. Опа. Ну и ага. Крысыч. Окей, 10 человек. No. Так, вот это ауешка. На, го захилим всех. И сюда тоже ауешку. Но не слабые. Сейчас их браум. Ну, в общем, что и требовало доказать. Тут вот этих двоих. Так, и вот сюда бам. Ну. Я думала, враг сильнее. Жду боссов. Еще чел, бля. Так, пока что противники одни и те же, просто скины меняются. Интересно? Сомнительно. Ладно, они не рядом стоят. Я слышу зов шторма. Так, серьезные противники, погодите. Так, ну кажется, надо доубить. Доубить сильно. Даже ауешно. Надо за Браума жить. Это раз. Это два. Не, ну, конечно, если у них процент уклона такой будет, то, конечно, неприятно. Так, а 2-3 полоски у нас будет? Так, гу печеньку. Пока хаваем. О, ну вот, вот так Браум сильный. А мне не надо за нее хилиться, подожди. Атакуем. Вот за ИСУ я 1000 лет не атаковал. Ой-ой-ой. Блин, надо хилить. Брау. Да. О. А кто ж знал? Ну ладно, не страшно. Ну можно было обосраться так. С подливкой. Так, это что? Рубит? Пользуясь верстаком, вы изучили новые виды зачарования. Чё? Какие виды зачарования? Что? Так, ага, а как мне туда попасть? А, все вспомнил. Это мне надо вот эту подсветить. Или вон ту. А там ничего нет? Вот сюда надо. Чё мне рассказывает? Ну. Один клинок, одна цель. Так, блин, вот этот сильный. Ну, наверное, этого первым. Так, агрим. Хаваем. Хилим. Ну не, всех не надо.
Тогда лучше мощно. Кого ты похилила? Бля! Бедный Браун! Терпит это все. Как ты промазала? Так, давай, Браун. Давай тоже ауешечку. Похилилась и довольная. О. Абсолютка. Блин, нету ауе абсолютки. Это печально. Так, мы можем похилить еще Браума. Ну, кстати, хорошо похилила. А, да. Нага Кейборос. О! О, халява! Так, всем щит. Во-первых, надо их на себя заагрить. Потом берем щит. Блин, надо тетку первую убить. Или подсоса. Наверное, подсоса. Так, подсоса добиваем. Промах! Ну, я не добью. Тетка, умри. Сори, Гидон. Блин, хочу меч. Хочу меч. Плиз, без промахов. Хочу меч. Гибкость увеличивает шанс уклонения от всех атак, кроме атак на пути силы. А, атака на пути силы нарушает. Угу. Сругидон. Вот, это найс. Окей, понял. Вот это найс, когда читаешь. Даже Браун может устать. Даже Браун может устать. Ой, сейчас кто-то пососет писю. Да, все, я понял. Ну, я почувствовал, что как-то сложно стало вот против этой тетки. А это значит, надо было почитать. Так, а еще надо покушать. Он на тубет. Пимав. О, какой-то новый чел. Так, нависшее проклятие. Погибая, проклинает убившего его чемпиона. После трех ходов это проклятие наносит огромный урон. Последний вздох. Погибая, исцеляет всех союзников. Начинать сначала первым вот. Вот этого сначала. Погибая, исцеляет всех союзников. Нет, сначала надо мелкого, потом большого. Но этот, но этого надо будет потом за три хода убить. Ой, мама звонит. Так, ну го, короче, ауешим. Ауешим. Все в силу. Ну давайте по тебя. Вроде терпим. Сейчас захилят. Да. Не получилось. Пытаемся закритовать. А, все равно. Все равно полоска на бой. Можно это скипать? Теперь устроим пир.
Ой-ой. И чё? А, видимо, не сюда. А куда? И не сюда? А чё? А чего мы добились этим? Типа туда надо отправиться? А это что за проход? Мы же отсюда пришли. Вот нам надо как-то открыть вот эту дверь. Бляха-муха. Открыть вот эту дверь, потому что тут сундук. Думаем. Ничего опять не придумаем. Там он дальше открыт. Дальше проход открылся. Тупо, нет? Окей, я заметил, что здесь у меня значок, когда я бегаю. Эх. Ну, ладно. Бля, я думал, оно как в том доме. Хотел проверить. Окей, в дырку, понял. Есть в дырку. Ну, а гос сразу. Блин, я не захиленный. Ладно, пойдет. Доживет ли до завтра. Так, окей. Слабый чел. Гибкая стойка. Угу, надо будет сильной атакой ударить по нему. Ну, вроде... Ну так и думал. Тут был другой атакой бить, не ауешный. Ну ладно, зато мы сняли с нее эту фигню. No. Вот так. Блин, реально не чувствую игру. Типа вроде на сложной сложности. Надо брать на гига-мега сложной сложности, да? Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Так, ну сюда можно и ауешкой закинуть. Ля, закинули! Сгуч. Ну. Истина уже здесь. Да, когда крит реально вкусно. Сломанный клык волка мрака. Маленький трофей, полученный с убитого волка мрака. Используй для зачарования. Вау. Че зачаровывать там? Next. О, сюда. Прохит. О, прохит. Какой-то секрет прохит. Ну и мы где-то тут окажемся. Вам погнали. О, крокозябра. Так, ману. А,
11 это не их количество, это уровень их. А это количество. Трэш. Кто это придумал? На. Но мы с ней уже дрались. Вроде не такая сильная. Ну, типа мини-боссыч. Блака. Так, давай. Каждый ход наносит урон всем чемпионам. Уменьшает их ускорение на 5%. Аура разбивается атакой на пути силы. О, сюда. Атака на пути силы. Атака на пути силы. Вот это хорошая атака на пути силы. Не. Не. Так, а что у нас полезного есть? Наверное, вот это. Я плачу добром за добро. О. У меня одна щупальца, нет смысла на него тратить. А вот тут вот. А, ну let's go. Могу это как-то реально проскипать, нет? No. 179. Чё так мало? Мало. Так, надо бы на себя ее стянуть. And защиту поставить. Злоой. Ну, у нас хорошее количество этой штуки, давай. Да, уби. Вот это больше или вот это? Ну, давай вот это. Благодарю. Благодарю. Ой, нам за нее сейчас накапает опыта. Все, пока. Сори, Агидон! В общем, рассказываю. Хочу себе стену, чтобы ее еще при этом было видно на стриме. Стену... О, что это за осколок? Кристаллизированный туман. Странные сияющие изгустки тумана. Используют для зачарования. О, найс. Ну, хотя бы один. Я не посмотрел, что там. Так, бронь защитника. Брошь защитника. Окей. Брошь защитника. Безделушка. Сюда. Так, что еще у нас там? Умение. На сосу. Блин, на что хочется вкачать? О, найс. Гигауя. Применяет к цели магический раскол, увеличивая магический урон, получаемый всеми существами на 10% на 3 хода. Наносит 20 единиц дополнительного урона кровоточащей, воспаленной или отравленной цели. Блин, а как мне кровотетить? Кровотетить-то как ее? Вот это прям хорошая штука. А уешет он, а потом Браум? Какой-нибудь. А, нет! А уешет он, а потом какая-нибудь, я не знаю, ну... Ну, должен же быть маг с ауе-атаками какие-нибудь магическими. Типа, а я вот не знаю, какие у Ари будут атаки. Хотелось бы, чтобы были вкусные... Все? Это все? Это все, да. Ло читает символы. Ложить солнечный камень. Так, ну нас ждет прохит сюда. Павуки. Вы не можете прочесть надписи, а ты, однако, язык бухру знает. Лау. Блин, а я могу как-нибудь захилиться? Где у меня там зелюхи? Все? Ну, вот так вот. Так вот даже лучше.
Да. Точь-в-точь как. Вау, просто рескин. Ну ладно, что поделать. О, не слабые. Ну ладно, давай тогда за Илаой. Провоцируемся за Илаой. Ауе. Я этого ждал. Так, давай туда накинем. Щупалец стакается теперь с током. Не подставляйтесь. Молодец. Уизи. Не знаю, мне приятны эти драки. Прикольно. Чувствую себя чики-пуки. Так. Все равно не пом... Как открыть ту дверь? У нас что получается? Вот здесь прикол. Вот здесь прикол. Какой-то секретный секрет тут. Ну вот, допустим, отсюда попадем сюда. Человек не пройдет. Кто пройдет? Дух? Это что, мне надо будет за кого-то возвращаться сюда? Я так не хочу. А зачем? Илой подходит к постаменту, в котором узнает камень повелителя приливов. Нажать на запись. Ой. Начать запись. Это первый камень из трех, говорит Илаой. Простой оберег. Интересно, что таится за ними? Камень, который с легкостью перемещает воду, ждет приказа Илаой. Направить воду в резервуар с северной стороны. Направить воду в резервуар с южной стороны. Так, север, юг, запад, восток. И это... Сначала давай туда направим. Зайдем сюда. Лежащий на земле камень светится очень тускло. Похоже, он реагирует на присутствие Илаой. Активировать глиф. Илаой нагибается, прикасается к глифу. Тот оживает и наполняется энергией. Угу. Надо искать еще один. Опа. Ничего нет. Я теперь никак не могу вернуться назад. Что-то сзади изменилось, интересно. Типа вся вода туда отправилась. Я знаю. Так, тут нафиг. А тут-то воды и не было. Ой-ой, а что делать? Через канализацию решетку, канализационную решетку обычный человек не протиснется. Что-то мне кажется, они хотят, чтобы я какого-то пайка призвал. Так. А тут дверь как открыться? Сундук! Как открыть? Открывайся. Я не могу. Никак не реагирует. Долбани. Ноу. Это печально. Ладно, пока отправим туда.
что я тут изучаю? Нас? Понимаю, если бы мы могли тут изучить местность. Так и да. Так, окей, погнали на юг. Так, файт. Пахивает файтом. Опа. На. Так, ну как я и думал. Это кончится быстро. О, ГГ вам. Гигищечка, гигищечка. Прикольно, что провокация отдельный. Отдельный ход занимает. Рад, что пошел с вами. Гадский гад. Давай, бра, браза, да убей. Пум-пум. Блин, есть проблема. Там еще одни противники. Да убей, брам. Я все равно захилил их. Тупо изи. Ой, бля. А вот и противники. Ноу. Го, а уеху. Вот за Илаой можно использовать. Так, на кого бы? Давай на него. Ладно, зажимаю кнопку быстрой атаки. Я АФК. На. Жду норм боссов. О. Так, а что у меня? Умения появились. Ла-л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 а. Чё покачать? А чё я юзаю вообще часто? Провокацию? Наносит 4 единицы урона атакующим за каждый полученный удар. Шанс призвать щупальца увеличивается до 50. Ебауй. Так, а за него... Уешку. Время применения умений сокращает на 30%. При применении на пути силы все враги получают 12. О, так, надо теперь не забыть. Его надо фул по силе отправлять. Тогда тут мы ждем 2 очка. Ну, что-то противники появляются и появляются. Ну да, и чё.
Ну, я надеюсь, что мне не нужно будет возвращаться сюда. Мне будет впадло. Да и... Лол, за кого? Так, это мы где? А, это мы тут. Сундук. Кольцо Оракула. Гочек. Кольцо Оракула. Выносливость меньше, но ускорение... А что такая хрень? Типа, это прям намного лучше ускорение. На 2.4% и атак больше. Минус здоровье, больше атака и ускорение. Ну го. 98. 2.4%. Ну го, на него попробуем. 450 хп. Ноль на счету вообще. Ой-ой. О, так он маленький. Малюсенький такой. Так, ну ладно, начинаем. А, подожди, нет, мы отдалились. Он капец какой огромный. Так, ну попробуем давай нашу новую мега-уеху. Особые опасности. Осторожно, пути баланса. Появилась опасность. Паутина галерея. Эта опасность не перемещается по шкале инициативы. Любой воин, который использует умение пути на пути баланс, будет опутан паутиной и замедлен. Чтобы избежать опутывания, попадайте на путь баланса. Используйте умение пути скорости или пути силы. Окей. Типа не сложно. Мега-гига ауехи. Год за нее возьмем провокацию. Нам нужны щупальца. Вроде неплохо. О, хил мне пока не нужен. Не подставляйтесь. Так, Синсгучис. А провокация работать не будет, я понял. А у него? А где провокация? Что такое? Чего она не работает? Так, мега урон от этого мы получим. А, это бесконечно будет. Надо валить сразу огромную шнягу. А то это будет бесконечные призывы этих челиков. Так, я не знаю, что я сделал, но что-то мощное. Вряд ли добью. Урона 160 нанесется. Да, 168. Ну, найс. Богиня указала путь. Вкусно. Так, ничего полезного. Спасибо. У меня, кстати, уже 11 уровень. Спасибо. Все? Все? 11 уровень. Хотел что-то чекнуть. Забыл. Ну ладно. Yes. Так, как думаете, мы открыли теперь задние ворота? Найти реликвию Солнца и Луны. Завершено. Очистить храм Бухру от скверны. У меня вопросики. Ну, кстати, если врагов не появилось, возможно, даже и нет. А вот это что такое? Подожди.
Может, сюда надо реально запустить солнце? Почему я раньше так не сделал? Может, теперь откроются ворота? Что это? О! А, о! Сюда. Окей. Окей. Ой, куда я уехал? Как я уехал? Я же не двигался. Куда я уехал на камере? Окей, найс. Почему волосы появились? На смезгучах дикое пламя. Что это? Что за дикое пламя? Дикое пламя для тех, кто желает постичь силу природы. Доп. Урон, ускорение. О, можно за него нацепить. Так, окей. И все, у меня осталось последнее. Ну да, убей, Браум. Ну запихни ты туда пору. Последний сундук. Непонятно. Доступна новая беседа на месте отдыха. Так, отдохнуть и поесть. А мне надо? Да, надо. Так, у меня 4 того, 4 того. Ну, давай вот это. На чем они пообщаются? Давай. Опять видение? Нет, я просто медитирую. Я вестница, и у меня особая связь с Нага Кейборос. Ее воля — это моя воля. Я не противлюсь движению своей судьбы. Но мои обязанности отнимают много сил. Иногда мне нужно чуточку отдохнуть. Хочешь послушать историю? Браум рассказывал о том, как поборол огнедышащего дракона под корнями Зимнего пика. Драконье пламя растопило лед, и потекли целые реки. Ты знаешь истории на все случаи жизни? Ха, ну еще бы! У Браума было много приключений. Тогда рассказывай. Я слушаю. Метель бушевала уже целый год. Браум отвел снежную лавину от маленького рыбацкого поселка. Все? Я хотел послушать. Ну, Браум. Ну, Браум. Мог бы и дорассказывать. Так, ну... Че у нас? Вот это какая-то штука? И вот этот. 2 сокровища не забрал. Бля, они меня будут мучать. Но я не понимаю, что вот сюда сунуть. А это что? Так, подожди. Это какой-то прохит туда? Бля, активировались гады. Ну что здесь? О! А как туда попасть? Погоди. Вот он. Ну как-то по низу. А как? Блядь, ты тоже ожила. Стой! Смерть, ну ладно. На ветер.
на моей стороне. Не больно? Ну, на пути силы разбивается аура. Уже столько аур этих разбил. Ты за шо? Надо хил. Не хочу так тупо умирать. Бля, надо было зачилиться, бля. Ура. Ну там этот вонючий сундук, я его вижу. Ну как его забрать? Может я за Браума могу там? Так, тут никаких прохидов, оказывается, нету. Как мне развалить там... Все. Так, на всякий случай киданем. Ща. No. Я не понимаю, какой-то проход как будто снизу. Возможно, это все-таки через решетку. А как? А как? Так, костер. Вау. Непонятно как. О, Тластецкий. Джал, я знаю, что ты собирался меня убить. Я увидел флягу в твоей сумке, и от нее воняло кислотой. Отравить меня — трусливый поступок. Но я прощаю тебе за эту слабость. Снаружи завывает ветер. Я уже вижу туман на берегу. Мы будем сражаться плечом к плечу в этом страховин. А, в этот страховин. А утром, когда Элой отразит его натиск, мы попросим друг друга прощения и снова будем друзьями. Возвращайся к нашей дружбе. Это не отказ от развития. Мы опять будем друзьями, но не забудем произошедшего. Мы изменимся. Ты расскажешь Элой о том, что сделал, о Наге. Все прояснится, и тебе придется пройти испытание. А еще ты попросишь прощения у жрицы Камала Балатины. Я не принял твоего ножа. Но даже представить не могу, что ты собирался сделать с ней. Впрочем, она бы тебя одолела. Я это точно знаю. Богиня не раз показывала, что она достойна. Сус. Весус. Ну, какой-то прохит. Может, нам этот прохит... Да, скорее... Опа. Вы осмелились войти в мой храм? А, тетя. Храм принадлежит великой матери змее. А, это Нага? Да. Я сама тебя уберу. Это Нага, про которую писали. Твоя богиня покинула это место. Видимо, это Нага. Ты не последовала ее примеру. И теперь заплатишь за свою наглость страданиями. Страданиями. Так, а вот и Нага. Так, ну я серьезно подготовился. Изучение врагов. Могучий босс часто использует продвинутые механики боя. Обязательно читайте описание усилений и используйте режим осмотра. Это поможет выстроить стратегию в боях с сильными противниками. Ура, интересно. Восставшая богиня, невосприимчивость к ослаблениям почти любому виду урона. Получает урон только от зарядов искаж... Что, бля? Невосприимчивость к оглушению. Восприимчивому к оглушению. Восставшая богиня, невосприимчивость к ослаблениям и почти любому виду урона. Получает урон только от зарядов искаженной веры у своих заклинателей. Увеличивает ускорение на 30%. Чё, бля?
Последняя песня. После убийства чемпионом превращает все заряды ослаблений в искаженную веру. Каждый заряд, который наносит ложной богине, чистый урон, равный 4% от ее максимального запаса. А то есть мне надо только мелких валить. Получается, мне надо только мелких валить. Но она урончик получила. Так, ну погнали. Давайте за Лаой спровоцируем тогда. Ну и давай накинем щиток. Так, ура, что-то интересное. Скоро ты увидишь мою мощь. Короче, надо валить мелких челиков. Окей, плюс окей. Так, здесь мы можем подготовиться, подкопить заряды, чтобы была магия. Призывает челов, да? Нет, ты не призвала челов. О, челы, привет. Так, что делаем тут? Семьсот тринадцать. Вау. Так. And. And, please. Так, ну го. Вроде живем. Можем засосать. Власть принадлежит сильнейшим. Крит. Есть. Так, чё копим тогда? Можно даже восстановить себе ман эту броню. Ой, блин, Сосо страдает. Надо провоцировать. Так, нет смысла этим бить. Копим ману. Конечно, хотелось бы, но не, абсолютно лучше по мелкому челу. Конечно, хотелось бы. О, можно вот это юзнуть. Если я сделаю так, я ее не коцаю. Наверное, надо так. Так. Чё за крит? Так, первый полноценный бисфайт. Так. Можем так сделать. Ну, она страдает. Так, она Сосо хочет. Сосо, стена ветра. Оп. Ноль. Ну, похильс. Не попадаю ни туда, ни туда. Сколько энергии. Сосо, жить, жить. Ценю твою помощь. Так, а, она, наверное, призовет челика. А если я сделаю вот эту штуку? Типа, челики призовутся, и все получат урон, да? То есть я как бы готовлюсь. Еще надо было Исову похилить. Вот, чекайте, я призвал их.
Можно сосу похилить. Ну да, все получили. Все. Рабочая стратегия. Сколько еще волны? Две надо пережить. Реально? О! Ты че? Ты че такое? Да. Ну ладно. Ну, мы можем еще затыкать. Мы можем затыкать. Там 100 хипе. Типа бэм. 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 Мы все равно можем затыкать. Делай вдох. И... Супер быстро. Не. Нису не добьет. Что я сделал? Я что-то не то сделал. Я вроде АУЕшку кидал. Очистить серую гавань от черного тумана. Сюда. О, что это? Латный воротник защитника. Крепкий латный воротник, дающий защиту. Спасибо. Помятая латунная корона. Прекрасная корона, которую когда-то носила ложная богиня. Кое-какие сомнительные типы готовы обменять ее на 4 черных метки. Вкусно. Все, враги пропадут, я надеюсь. Жрица, твой народ гордится тобой. Смиренно приветствую тебя, предок. Скажи, что здесь произошло? Ложная богиня Ксатель осквернила храм. Спасибо, что повергли ее. Но не она потревожила наш покой. Это был вылез. Человек. Смотрите, я вам покажу. Это гангплэнк. Он знал обычаи Бухру. Он забрал сердце этого храма. Гангплэнк, но зачем он обокрал храм? Когда случилось вторжение, духи собрались вместе. Клептоман. Божная богиня воспользовалась нашим замешательством и многих переманила на свою сторону. Клептомания это вообще. Благодаря тебе. Сейчас договорят. Мы можем вернуться в сердце матери змеи. Но берегись. Мы чувствуем приближение большого страховина. Не теряй веры в страховин мать. Звучит как праздник. Только она может дать отпор. Где все радуются, улыбаются. А кто он такой, этот Гангплэнк? Мой старый друг. Пиратский король Билджвотер. Может, они были вместе? За власть. Все это время она считала его мертвым. Я не ожидала увидеть его здесь. Если это он привел черный туман в серую гавань, значит, он на стороне сумрачных островов. А это не сулит ничего хорошего. Похоже, сумрачные острова интересуют нас обоих. Что будем делать дальше? Вы идите, а мне нужно вознести молитву. Богиня, как же так? Почему Гангплэнк так поступил? Вестница, своей тревогой ты призвала меня от очага матери глубин. Что тебя терзает? Я боюсь, что навлекла на Билджуотер большие несчастья. Гангплэнк, почему так боишься этого человека? Я любила его. О, когда я догадался. Он жил среди нас, чтил наши традиции.
Это было давно, но все же... Когда горел его корабль, часть меня оплакивала его. Бухру нашли его, чуть живого, и принесли ко мне. Он хотел, чтобы Бухру помогли ему вернуть город. Но богиня учит, что каждый сам борется за свои мечты. Гангпланк стал жалкой тенью себя прежнего. Он был в отчаянии, он был слаб. Я думала, что он не выдержит испытания. Но нам не всегда дано понять волю матери змеи. Богиня сочла его достойным. Может, она разглядела в нем что-то, чего я не видела. Достойным, чтобы разнести вас всех. И проводила в дорогу навстречу судьбе. Отвечая, все это время думал, что Гангпланк — это обезьяна. Ты вестница истины. Тебя направляет мать-змея. Не сходи с выбранного пути, и все будет хорошо. Он реально не обезьяна? Надо сказать Саре, что Гангпланк еще жив. Но ради мира Билджуотери я не могу... Я все это время думал, что... Это обезьяна. Надеюсь, я принимаю верно. А во как выглядит, оказывается. Ну ты урод, Гангпланк. Отвечаю, я все это время думал, это обезьяна. Так, что нам тут рассказывают? О, мы все вернулись. Ну, значит, у нас осталось два сундука. Ну я не могу, типа, Браум Пупсича не пускает. Если бы он пустил Пупсича, я бы еще понял. Пупсича он не пускает. Так, и что у нас? А, нам остается вернуться тудым. Короче, здесь все, кроме... Ну ладно, ждем, когда появится персонаж, который может протискиваться. О. Кто же тут? А, восьмой уровень. Кто-то ща. Ща. Ту изи будет. Мы приносим движение. По-моему, вот эта атака наносит больше урона, чем абсолютка его. У меня всегда есть цель. Вам никому так не показалось? Так, подожди, куда я иду? Все правильно. Кто здесь? Никого не должно быть. Засыпай. На руках у меня засыпай. Ой. Ой-ой. Добро пожаловать в мою лавку. Покупайте припасы заранее, чтобы сезон рыбалки не застал. А где ты был раньше? Что... Так, смотри товар. Так, давайте сначала продадим. Чтоб у нас было деньги на все. Так, это точно все. Все, 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 все. Тоже, тоже, тоже. Ой. Кстати, вот это я не смотрел. Может, на кого-то и пойдет. Так, ну точно, вот это все уходит. Но это еще проверим.
Так, смотри, товары. Щит Кракена. Блин, ну прикол в том, что Билджвотерская сабля у меня и так есть. По-моему, я его должен раньше был встретить. По-моему, мы должны были раньше это все получить. Какие-то амулетики. Стальная удочка. Ну, давай возьмем. Рыбалка. Кстати, вот это теперь можно скипнуть. Ну все. Ну да, 100% мы должны были как-то его раньше тут заметить. Блядь, еще и в тумане. Миллион файтов. А, подожди, мне надо наоборот быть. А, я не ту штуку взял. Найс. Так, ну вот когда такие файты бесконечные, это, конечно, не очень приятно. Тут согл. Так, ну зато мы можем выполнить квест в этом. На складе. Я гигасильный. Так, с кем-то тут с этим надо было поговорить. Ты мне что-то продавал. А ты мне эту хрень продавал. Так, а еще у нас же появилось ожерелье. Атаки меньше, но больше выносливости физ и маг. Let's go. Так, теперь вспомнить... Ой-ой, что-то тут... Нет, ничего не началось. Я уж подумал, началось. Так, жилое судно. Нам туда надо? Это что? Ну, вот как-то странно, конечно. А тут какие-то сокровища есть. О, сокровища. Маяк. Гономаяк. Мы там не были. А мини-карты нет никакой. И каждый раз надо вот так вот смотреть. Волнорезы. На волнорезы еще можно пойти. Грот Бухру. Так. Застава в доках. Грот Бухру. Волнорезы. Можно сходить на волнорезы. Еще у нас вот с этим челом надо еще раз поговорить. Пушок сейчас на кладбище кораблей. Это там за мостом. Там за мостом. Вот этим? Тут за мостом. Это мост. Значит, мы пока сюда не можем. Отличное судно с Сары Фортуны. Всякому сброду сюда нельзя, сообщает он. А, мы не будем выбирать, кто у нас в команде. Мы будем, короче... Игра нам сама будет ставить, кто... Чё-то они тут собрались. Что... Чё? Где? Напоследок я скажу вам, что желаю лишь об одном, о том, что перед смертью мне приходится смотреть на ваши мерзкие рожи. Вы собрались утопить невинного и ответите за это в этой жизни или в следующей. Дохни поглубже, когда хлынет водичка графа Вельвиста. Куда ему и дорога? Толпа безмозглых варваров. Вода прибывает. Ты пес шелудливый. Эвалиста, вода смоет твою ложь и откроет правду. Давно пора бы тебя искупать. Блин, это тот чел, который типа кого-то убил. А вдруг мы не правы были?
А вдруг я был неправ? Убил чела. ББ. Женщина из толпы обращается к вам, потому что вы оказались рядом. Думаю, представление окончено, говорит она. Ах, бедная его женушка. Что он сделал-то? Граф был негодяем. Он хладнокровно убил нескольких конкурентов. Были и невинные жертвы, которые просто случайно подвернулись под руку. Он стольким людям поломал жизни, но видно, не зря говорят, как аукнется, так и откликнется. Нужны железные нервы, чтобы смотреть на такую казнь без содрогания. Лично я люблю слушать шум и свист толпы, поясняет она. Его супругу, графиню Велисту, ожидает та же судьба. Ее держат в тюрьме вон там. Она такая красавица, добавляет болтушка. Ладно, мне пора, говорит она. Жаль, конечно, что графиня Велиста погибнет в морской пучине. Наверняка она могла бы рассказать много интересного. Например, где граф спрятал свои богатства. О. Сюда? О. Ты что расскажешь? Я люблю цветы. Я люблю цветы. А, точно, мы тут были. А, подожди, а маяк где? А, маяк тут. Волнорезы. Туда нам надо. Окей. Интересно, плюс интересно. Вот она. За холодными железными прутьями томится изящная женщина с очень печальным лицом. Я слышала крики снаружи. Вы все видели, да? Скажите, что он сильно... Скажите, он сильно мучился? Спрашивает она. Я очень надеюсь, что нет. Она опускает пустой взгляд на свои руки. Мои соболезнования по поводу вашего супруга. Я знаю, что мой муж был плохим человеком, но такой смерти никто не заслуживает. Я все думаю о его последних минутах. Женщина душит рыдания. Помогите мне вырваться отсюда. Видели, как толпа... расправилась с моим мужем. Меня же та же участь. Дела мужа. К его поступкам я не имела никакого отношения, утверждает графиня. Быть может, он держал меня в неведении, чтобы обезопасить. Графиня вдруг склоняет голову, словно что-то припоминая. Хотя кое-что я все-таки знаю. Он все время твердил о каком-то хранилище. Если вы мне поможете, я расскажу вам все, что знаю. Кажется, я догадываюсь, где находится хранилище. Может забрать... Можете забрать из него все, что пожелаете. Мне ничего не нужно, говорит графиня. Вы поможете мне сбежать? Я помогу вам сбежать. Это первые хорошие новости с тех пор, как начался весь этот кошмар. Но, быть может, я не имею права. Возможно, я должна последовать за супругом. Нет, это безумие, верно? Возьми себя в руки, Хильда, говорит она сама себе. Ключ у стражника рядом с конторкой. Он немного простоват. Мне безразлично, каким образом вы добудете ключ. Главное, принесите его мне. Когда мы отсюда выберемся, я отмечу хранилище на вашей карте. Конечно, я не святая, но и не обманщица. Уверяет она вас. Мне начинает казаться, что не весь мир от меня отвернулся. Я объяснила вам, что нужно делать. Вперед, говорит она и жестом указывает на выход. Где ключ? А, у цветочника. Я люблю цветы. Бандыч. Вы любите растения? Спрашивает крупный мужчина за конторкой. У цветка на конторке есть имя? У меня еще никто об этом не спрашивал. Наверное, вы любите цветы. Угадайте, как зовут мою прелесть? Как это можно угадать? Нет, и еще раз нет. Роза? Нет, и еще раз нет. Кэрол? Нет, и еще раз нет. Краса. Краса, какое замечательное имя. Когда я смотрю на это растение, то чувствую прилив нежности. О, краса. Краса с вами тоже говорит. Со мной она такая милая, говорит он. Краса говорит, что ты лучший охранник в мире. Краса говорит, что снаружи кто-то топчет цветы на клумб. О нет, в таком чудный день нельзя умирать. Краса, никуда не уходи, я разберусь.
Сюда. Сюда. Надо отсюда выбираться. Сюда, скорее. Ого. Да, она точно бандитка. Верим, что она не причастна. Увы, нам пора прощаться. Падла. Что такое? Не можете сдвинуться с места? Я не скажу вам, где находится хранилище. Я вообще ничего не расскажу. Вы, правда, купились на этот спектакль с несчастной жертвой и обстоятельств. Разумеется, я все знала о темных делишках мужа. Да, поэтому ты всем поэтому ты мне сейчас рассказываешь. На самом деле, план придумала я сама. Какое счастье, что в мире полно доверчивых простаков, которые воображают себя героями. Это научит вас не вестись на сопливые истории. Удачи в ваших никчемных жизнях. Все, я обосрался. Че, реально? Ты куда убежала? О, а куда это? Че это за переход? О, это этот. Забыл фаст-тревел. Че, она реально убежала? Кошмар. Но я не видел ее за решеткой. О, кстати, можно получить. О, брошь защитника сюда. Так. Гефин, похитительница Хекстека. Незваный гость Корвин и преодолевающий плену. Так, найдите чокнутого Йордла с элитными хекстековыми пистолетами. Это безумное создание ворвалось в мою мастерскую и утащило два недоделанных экспериментальных образца. Пистолеты представляют опасность для окружающих, поскольку могут взорваться в любой момент. Еще того, кто заказ был добавлен в журнал заданий. О, можно их... Вот там... Так, 7, 9, 10 и 24. Пока, видимо, рано. Окей. Так, а что у нас тут продавец продает? Кто у них? Вот этот продавец? Где продавец? Ты продавец? Ты продавец? Мясник, Барри и грузчик Оуэн мертвы. По всей видимости, они убили друг друга. Судя по ранам, бой был жестоким, но недолгим. Оуэн вдруг закашлял. Он еще не умер, но при смерти. Оуэн, что ты наделал? То, что надо было сделать. То, что было суждено. Я считал себя высшей мести, но оказалось, что я больше похож на брата, чем думал. Признается Оуэн. Он выглядит невероятно уставшим и явно страдает от своих ран. На несколько мгновений... Воцаряется тишина, и он перестает дышать. Голова его запрокидывается, а в широко распахнутых глазах отражаются прилетающие по чистому синему небу птицы. Ну, земля пухом. Где продавец? Вот это не продавец? А тут не продавец? Ладно, пойдем на маяк. Год чуть по городу побегаем. А вообще... О, жилое судно. Скорее всего, там... Какой-то босс-файт. Но какой? Почему... Вот... Блядь, как неудобно. Наход за головами. Гефин, похититель Хекстека. Я вот не понимаю... Вот я пойду туда. Там будет который за 24 уровень, или который за 9, или за 10. Как понять? I don't know. Так, я ж тут не был, да?
Надо прям туда зайти. Эта дверь заперта, ее можно открыть только определенным ключом. Забежал, проверяйте. Так, тут меня еще какое-то задание ждет. Ты? Это краб-разоритель, совершенно не пушистый, но на каких других крабов на верфи нет. А, пушок. Слышу свою кличку, краб-разоритель. А, это реально краб. Это не пушка. Останавливается и поворачивается к вам. Похоже, это действительно пушок. Он тут же возвращается к мусорной куче, в которой до этого копался. Но потом до него долетает запах капусты. Вы привлекаете в нем пушка, остается только отвезти его хозяину. О, найс. Let's go, пушок. Окей. Вау. Мне надо еще бегать за ним. Точнее... Ой, фу. Ужасное задание. Ненавижу такое. Ну еще медленнее могли сделать. Это ужасное задание. Надеюсь, что-нибудь полезное дадут. МБ-пушка. И он у нас может протиснуться в ту клетку. Йоу. На время оставить пушка при себе. Нафига он мне нужен? Вау. Чего я добился? Какой-то вход тут, и он нас пускает рынок на мели. Ну-го. Гочек. Куда-то вот сюда вниз надо. Так, у нас там есть рыбалка, а есть вот тут сундук. Оп, оп. Кольцо хранителя. Так, что у нас по снаряжению? Атака, но выносливость меньше. Так, брошь защитника. Ну, наверное, это лучше. Я хочу рыбу ловить. Может, на обратном пути. Так, тут какой-то. Сколько тут забегаловок? Забегаловок. А, о. Я ж тут был. У, продать артефакты, выполнять черные метки. Пока подождем. Противовес Ревека? Кто это? А, это какое-то крутое оружие. Глянзани Иллау. И шмотки. Ключ от маяка. О, хочу. Блин, а мне не хватит. Продать артефакты, выпало черные метки. 16. Это все, что я могу тебе... продать. Этот идол работает на хекстековой энергии. Хекстековый шок при попадании дает шанс в 20%. Но мне не нужен 10 уровень. Фу. Фу. Я, наверное... О, подожди, у меня 22. Опа. Ключ от маяка. Сюда. Ну, это полезнее будет. Еще наищем приколов. Куда это ведет? И ты что творишь? Это моя лодка. Нельзя же без разрешения прыгать в чужие лодки.
Вообще-то я слышал, что ты решаешь проблемы. А у меня не проблема, а целое проблемище. На лодке я переправлюсь домой. Домик, конечно, не ахти какой, зато мой собственный. А теперь в нем что-то завелось. Простому рыбаку с этим чем-то не справиться. Давай я перевезу тебя на тот берег, а ты избавишь меня от непрошенного гостя. Ты мне поможешь? Прекрасно, прыгай в лодку, и я переправлю тебя на тот берег. Уровень-то подходящий будет, надеюсь. Так, о, сюда. А где мы? А, это вот сюда нас отправило. Боевое облачение. Или у меня такое есть? О, 10-го. Ужин, ускорение, уклонение и физзащита. Атака меньше. Какое оно боевое? Такое. Оно такое. Так, что по сохранениям? 20 прогресса. 31, 10% целых. Ну, как будто быстро. Плюс я даже побочки какие-то выполняю. Всем привет. Ты тут? Ой-ой. Так, ну есть шансы запотеть. Типа он на один уровень только больше. Так, ну погнали, чё. Всем привет. Как будто можно зачилить. Да, у меня призвалось сразу две. Плюс можно еще затанчить. Тут я хочу, наверное, все-таки вот эту штуку. Все готовы. Имбищу лютую активировать. Здесь мы ставим просто пассивку. Ну, все равно больно. Но хилимся, живем. Где я больше дэмэджа нанесу? 161. 135. Тут реально. Надо хилиться. Больно. Так, ну это штука рабочая. Вот это. Боже. Ну ты держись. Ну ты держись. Не подставляйтесь. Так, Ису у меня сдохнет сразу. Надо воскрешать. Если эта шняга атакует ИСУ, она всех атакует. А можно только ИСУ, плиз? Нет, всех. Вау. Там зарядочка какая-нибудь. Ладно, пробуем жить. Плиз, живите все. Окей, найс. Как будто хочу так. Да убей. Большое спасибо. Yeah. Продолжается. Найс. Небольшая обсидиан сфера, с ее помощью можно фокусировать силу. Сфера воина. Что за сфера? Куда ее тыкать? Талисман. Симсгуч. Найс. Сейчас что-нибудь прокачаем. Все? Вот в такие моменты чувствуешь себя перекачан. Так, руны.
Тут я не хочу пока ничего. Увеличивает урон критических ударов на дополнительные.